Первый канал представляет. Поставь над собой хоть 1000 начальников или учителей, они будут бессильны, если ты сам не заставишь сделать себя то, что ты должен. Мы сегодня должны сделать многое. Большие гонки, юбилейный 10-й сезон. Битва континентов. Полуфинал. Я Кирилл Набутов. Мы начинаем. Господа, ваши аплодисменты! Команда из России! День Победы! Капитаны команды! Легендарные народная артистка России Лариса Голубкина! И народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон! Тренер нашей сборной, олимпийская чемпионка по прыжкам с 10-метровой вышки Елена Войцеховская. Ура, мы в полуфинале с капитаном Иосифом Кобзоном. И мне кажется, другого капитана нам не надо. С таким капитаном мы точно придем к победе. Я не сомневаюсь в победе нашей команды. Как они любят страну и как они переживают за эту победу. Не с места. День Победы! День Победы! День Победы! Россия! Вперед! Когда вы снимались в самом легендарном фильме, собственно говоря, наверное, самым первым, который сразу сделал вас знаменитой, все, что касалось всех конных дел, проходило мимо вас? Нет. Я участница. А? Страстная участница была. Серьезно? Да, я почти все делала сама. Но там серьезные прыжки были 4,5 метра с балкона. И вы прыгали? Я 8 дублей. Я никогда не знал, что Голубкина прыгала с балкона 4,5 метра, 8 дублей. Я фехтовала. А как? А почему вы прыгали 8 дублей? Вы неправильно падали? А потому что Рязанов хотел вот... Но до тех пор, пока не раздвинулись матрасы, у меня попала нога, порвала все связки, тогда уже все остановилось. Меня зовут юнцом безусым. Мне это право все равно. Зато не величаю трусом. Давным-давно! Жизненная ситуация требует от каждого из нас совершить какой-то подвиг. Может быть, не всегда оправданный в глазах окружающих, но тем не менее мы чувствуем, что это нужно именно нам. Да. И вот ребята, спортсмены, которые сейчас стоят перед нами, они знают, что такое поступок. Когда сил нет больше, а надо. И они понимают, что не ради себя, а ради страны, ради народа. Ради того, чтобы другие увидели это. Побеждать всегда невозможно. Любой чемпион однажды может пропустить удар. Да что ж ты, он обалдел, что ли? Россия выиграла 8 отборочных игр из 10, а в последней битве перед полуфиналами потерпела поражение. Это соревнование равное среди равных. За нами сила, за нами уверенность, за нами олимпийское хладнокровие. Проиграть – это больнее, чем любой удар быка. Больнее, чем самое неудачное падение. Ведь если победы достичь не удалось, значит, все эти страдания были напрасны. Соперники нас поджимают, они не простят нам ошибок, поэтому мы должны сконцентрироваться и доказать, что мы лучше. Вы же помните прекрасно, когда соперники сходятся в центре ринга, они смотрят друг другу в глаза.
И если кто-то опустил глаза или начал ими стрелять, считай, проиграл. Вы не заметили сейчас в ваших ребятах ни в ком мандража? Нет. Я абсолютно уверен в нашей команде. Никто не гарантирует, что будут одни победы, поэтому если где-то проиграют, такое бывает. Вы их, пожалуйста, психологически. Да. Если мы увидим, конечно, что он стремился победить. Психологически. Спасибо. Да. Лариса Голубкина, Иосиф Кобзон. Ну, собственно говоря, что я их представляю, вы все их знаете прекрасно. Ни пуха, ни пера. Самая сильная сторона нашей команды – это дух. Настоящий русский дух, который не даст нам проиграть, только победа. Большие гонки уже 10 лет собирают у экранов целые семьи. За это время успело вырасти новое поколение, воспитанное в том числе и на этом шоу. И каждая новая победа – это повод гордиться нашей великой страной. Первый конкурс сегодня носит романтическое название, но какой же непростой. Сердцу не прикажешь. Две девушки и четыре парня. Наши Елена Борщева, Анастасия Макеева и Николай Алюнин, Максим Скребнев, Алексей Ростов и Алексей Ефремов. Двое парней в огромных галошах по очереди пытаются передать плюшевое сердце от одной партнерши к другой. Но если первая стоит просто, то вторая периодически прилетает к ним на центрифугу на длиннющей веревке. Самая сердечная команда получит 6 баллов. Я прошел сейчас по этим командам, посмотрел. Я хотел вам сказать, как вам не стыдно? Кто они такие? Чтобы с вами соревноваться. Наставление настоящего тренера. Да? Правильно, вы должны всегда нам говорить, что мы лучшие, мы сильные. А чем вам говорить, вы и так лучшие. Если они проиграют, я сразу уеду в Израиль. Раз, два, три, начали. Итак, ну поехали, мадьярские друзья. Вышла мадьярка на берег Дуная. Вот она. Одна вышла и подает сердечки. Раз. И первое сердце в руках у красавицы, которая, конечно, склонна к измене. В этом деле важно не только быстро вручить свое сердце избраннице, но и быстро уйти из-под обстрела соперника, как вы понимаете. И вот уже второй претендент. Ах, раздухарился. Ах, раздухарился. Выбери меня, выбери меня. Птица счастья завтрашнего дня. Птица высоковата, для его роста летает. Вот теперь пониже. Вай, молодца! Как сказали бы наши южные друзья, египтяне, которым еще предстоит помучиться здесь. А египтянам-то посложнее. У них одним сердцем не отделаешься, им еще Колым же надо платить, понимаете? Но пока венгры, в Европе это не принято. Итак, заманивает. Красавица! Да возьми сердце. Куда ты, Данка? Куда ты без сердца? Данка нашелся. Быстрее, ребятки, вы хоть и дома, но время едино для всех. Быстрее. Третья. Да. Дома и лонжи помогают, и центрифуги, и все, что можно еще. Уже три сердца. Я напрягаюсь потихоньку. Так, малыш вот этот вот, который так, да-да-да-да-да-да, он, видимо, степист. Да-д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 а, посмотрите, или барабанщик. Да-д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 а. Все у него есть, все у парня присутствует, кроме одного, лишних сантиметров не хватает. Вот теперь другое дело. Четыре. Внимание. Очень опасно, без шуток. Сняли улыбки. Подтяни штаны, чтобы выглядеть джентльменом. Давай. Что было, то было. Итак, 5. И опять этот мелкий степист. 0 сантиметров роста. Но устойчивый. Можно. Есть. Время истекло. 6 сердец. Да чего ж любви обильная. Гунна в потомке. Атилла. А?
У нас много игр позади, и было немало случаев, когда в очень простых конкурсах, по сравнению с тем, которые бывают, мы, грубо говоря, сливались. Только по той причине, что не хватало концентрации. И потом задним числом мы понимали, что как так, ведь можно было все сделать. Вот я очень прошу сегодня приберечь эйфорию до того момента, когда соревнования будут закончены. Очень собрано, очень спокойно. Чем проще вам кажется задание, тем больше постарайтесь на нем сосредоточиться. Чтобы потом не было ситуации, когда вы закончите с ощущением, что вы не только сами себя подвели, вы подвели всю команду, и что ничего уже нельзя вернуть назад. Первый раз в этот конкурс несправедлив. Не спать там под столом! Где была команда? Нету ее. Ты обалдел, что ли? Раз, два, три, начали! Поехали! И вот теперь адекватный ответ или неадекватный ответ американцев. У них такой ангел в натуральную величину в очках для лучшего прицеливания. Посмотрим, поможет ли это нашим конкурентам из сборной американской команды. Легко. Надо сказать, что этот парень, даром чтоб галошек на босу ногу, расчетливый. Он укрепился точно в центре. Точно в центре центрифуги, поэтому его не сносило. Сможет ли так же сделать второй? Нет, второй как-то поглупее оказался. Ну, здоровый. А здоровые они медленнее соображают, чем малыши. Вот я как раз про это. Девушка уже изнемогла в ожидании признания. Наконец-то. Ну, вставай, вставай. Будь мужчиной. Будь мужчиной. PMM. Гай. Ну, давай, давай, давай. Я не понимаю, каким образом при таком отношении к любви у американцев такое большое население страны. Странно, правда? Правда, может быть, это команда сборная, может быть, это бразилец или канадец. Может быть. И это все, что пока есть у американцев. Одно сердечко. Они еще чуть не подрались, вырывая второе друг у друга. Человек абсолютное, полное слияние природы. Земля, солнце, небо, вода. Все это одно целое. И вот это вот единство, которое вас должно вытолкнуть в самом интересном месте. В месте, где победа. Сообразительные парни в центр прибегают. Вот этот вот, видимо, у них такой, я бы сказал, как это сказать, сексуальный гигант, вот этот мелкий. Он так быстро встает в центр тут же. Абсолютно недвижимо ставили. Раз сердце, и только сердце забрасывает. Одно, второе, третье. Таким левым джебом прямым. Ну, посмотрите, а большой этот здоровый у них, Кинг-Конг. Ну, вот даром, что большой. Поэтому девушки предпочитают мужчин невысокого роста. Как правило, они надежнее, быстрее соображают. Итак, быстрее, быстрее. Вот, пожалуйста. И что в результате? Что делать этому малышу? Он не успел. Нет, все, я думаю, что они это не засчитают. Посмотрим. Думаю, что я бы не засчитывал. После сирен. Закончили. Спасибо, Америка. В России всегда на больших гонках показывала очень хороший результат. И этот год не исключение. Знаете, мы как Кутузов немножечко дадим взять Москву, но улов будет больше. Поэтому сейчас полуфинал, самые лучшие сидлы брошены на борьбу с этим. И соперники выставляют самых сильных. Поэтому, я думаю, у нас должно все получиться. Мы со Львом Валерьяновичем знакомы давным-давно, только что перетерли несколько тем, трепещущих из области баскетбола. Какие? Что... Футбола. Да, ну, только, да. Лев Валерьянович, между прочим... Интегрированный в спорт. Да-да-да, Лев Валерьянович, между прочим, Яшину пенальти бил. Но правда, так, на дворовом уровне, но бил. Было дело? Было. Вот. Я просто жил в доме, где жили динамовские спортсмены, и Лев Иванович приезжал часто к нам в гости. Я даже наблюдал, как он играл в проферанс с моими друзьями. Я хочу спросить вас, Лев Валерьянович, вот здесь обстановка, она близка к спортивной, но
Но это все-таки не спорт. Конечно. И здесь очень часто знаменитым спортсменам не удается побеждать. Абсолютно. Потому что здесь есть вещи непредсказуемые. Здесь другие принципы. Здесь куражность должна быть, да, и желание, и преодоление какое-то. Вот как вы думаете, чтобы здесь побеждать, какое качество в первую очередь может быть? Ну, характер, конечно, воля, характер, и настроение, и кураж, кураж. У меня недавно была премьера в театре. Ну, казалось бы, чего там, да? Репетиции 3 месяца, все. Но премьера, перейти из этого состояния, вот в это, войти на сцену, это такой страх. И я вот это преодоление с вами сейчас как-то соотношу. Потому что вот это, когда внутри у тебя все, и потом ты наконец разрешается этот доминант септокот, и ты побеждаешь. Вот это прекрасно. В общем, я подвожу итог. Да. Нас пугают, а нам не страшно. Россия, я тебя люблю. Я тебя люблю. Наконец-то мы дождались первого полуфинала. Россия, вперед! За 10 игр мы пережили уже очень много. Как они любят страну и как они переживают за эту победу. Глаз квадратный у людей, квадратные глаза. Если он забежит на площадку. Если он забежит в бассейн, тебя должно интересовать. Итак, сердцу не прикажешь. Все очень просто. Двое парней изъясняются в любви одной девушки по очереди. Как? Передавая ей пылающие сердца. У нас подает сердца Елена Борщева. Принимает объяснение в любви Анастасия Макеева, которая будет порхать вот там, в вышине. Здорово бы с этим справилась, конечно, Елена Войцеховская. Но она тренер. Не положено. А изъясняться в любви будут Николай Алюнин и Максим Скрепнев. Двое парней страхуют Настю в воздухе, а Алексей Ефремов и Алексей Ростов. Итак, сердцу не прикажешь. Настя! 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 Россия, я тебя люблю! И я тебя люблю! 3, 2, 1! Итак, старт! Первыми этот конкурс открывали европейцы. Чем ответят наши? Посмотрим. Первый — Максим Скрепнев. Ангел Лена подает ему сердечко. Вообще, глядя на этих бомжеватого вида людей в галошах на босу ногу, трудно поверить, что какая-то женщина может в них влюбиться. Но сердцу не прикажешь, правильно говорю? Давай, Настя, лови! Ах, Настя легенькая, Настя легенькая. Надо вниз спускаться, Как пушинка там летает, как пушинка. Теперь Николай. Ну точно, бомж бомжом. В галошах на босу ногу. Возьми сердце у ангела. Смотри, чтоб не закружилась голова. В принципе, с вестибулярным аппаратом у Николая все здорово. Сноуборд-кросс, представляете? Настя, Настя, Настя. Недостаточно ясно изъясняется в любви Николай. Попытка номер 2. С любвеобильностью в команде неплохо. Сердце номер 3. Давайте. Максим подрабатывает ногами. Как всякий мужчина перед изъяснением в любви должен тщательно проверить стойку, чтобы не упасть в случае чего. Когда услышишь отказ. Правильно я говорю, мужики? Тем более на кругу. Настя легенькая, инерция невелика, поэтому не долетела. А ниже опускать нельзя, потому что техника безопасности существует. Продолжаем. Лови! Третья, слава, слава тебе, Господи. Догнали французов, уже хорошо. Французов-то в любви догнать. Вы понимаете, какая задача сложная? Давай, Колян. Без паники, без паники. Будь уверен в себе. Девушки любят уверенных в себе. Все кричат, дают советы. Все знатоки в любви собрались. По собранию. 30 секунд. Наши делают французов. Итак, у нас есть 4 сердца. 4 сердца. Быстрее, быстрее, Максим, быстрее.
Как высоко вылетает Настя. Нет, так ей не достать. 5 секунд. Все, не успели. Не успели. Fini pour la Russie. Вы обратили внимание, что вам вредили? Вот, да. Они все время Настю поверху пускали. Я даже говорила, что я очень высоко, очень меня натянули. А, не нарочно. Наша сборная очень недовольна, что лонжа была настроена под выступление венгерской девушки. Куда более легкой Анастасии Макеевой банально не хватало массы, чтобы спуститься вниз и схватить сердце. Были, на самом деле, некоторые такие шероховатости, которые меня несколько удивили. Допустим, вот беговая дорожка, где нам было передавать конверты. Нашей команде включали с такой скоростью, на самом деле, потому что вот я бежал, я не успел даже сказать «А», я уже оказался в воде. Я скорость, тоже, кстати, бегу, только разворачиваюсь и смотрю, уже все, край кончился, вода, потому что она действительно... Это на самом деле как бы не то, что плохие бегуны, там вроде ничего, я убегал там в своей жизни много от кого. Поэтому, конечно, хотелось бы обратиться к организаторам, может, к судьям, чтобы они более внимательно следили за тем, чтобы все были в равных условиях. Если Россия выигрывает постоянно, ну, не надо как бы делать для России более серьезные испытания. Должны, я думаю, все на равных бороться. Ну, вот это началось еще на предыдущих играх, что любая французы мелочь трактуется не в нашу пользу. Вот ну, любая. Ничего из них не как вытащить в Советском свою Союзе. Пользу. Как в Советском Союзе, точно. В Советском точно. Союзе наши спортсмены да, так да, страдали. Да. Вот стоит шаг не туда сделать, тут же либо снимают балл, либо вот не засчитывают попытку, либо... Просто к этому надо быть готовым. Итак, первый конкурс «Сердцу не прикажешь» закончен. Мы на втором месте, но отстаем от лидера на пустяк. На 1 очко. У венгров 6, у нас 5, у американцев 5, у французов 3, у Индонезии с Египтом 2 очка. Все еще впереди. Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, здесь у нас холодные рассветы, здесь на ней света на пути, ждут замысловатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача награда за смелость. Довольно одной, чтоб только домик не делать. Я знаете, для чего сюда залез, не пожалев костюма и радикулита? Для того, чтобы вы могли себе представить, что здесь испытывал Дмитрий Доброскок, когда вот он был в этом тесном цилиндре, и его в голову бил бык рогами. Бочку на место! Бочку на место! Ой, не зачитай меня! Ой-ой-ой-ой-ой, как это опасно! Доброскок принимает удар прямо на себя. Было такое в этом году, на битве континентов. Так вот сейчас конкурс, на котором может подобное повториться. Не хотелось бы. Второй конкурс, Олимпийские кольца называется. Один участник сидит в бочке и держит кольцо. Второй в это время должен убедительно растолковать бычаре, почему он просто обязан пройти именно через этот обруч. Побеждает команда, которая окольцует рогатого болвана наибольшее количество раз. Забудьте о боли в шее, спине и суставах с лечебным пластырем «Нанопласт Форте». Он не просто облегчает боль, но и помогает устранить ее причины. «Нанопласт Форте» – быстрый эффект и длительное действие. Мы с Лешей не боимся быков и обращаемся ко всем быкам мира и передаем им эту песню. Мы не боимся быков, ни копыт, ни слюней, ни рогов. Мы загоняем быка, будут целыми наши бока. Первая троица, здесь не мы, фиолетовые американцы, в желтом европейцы венгры и в красном Азию представляет Индонезия. В любви Индонезия была слабовата, прямо скажем, как и египтянин. Может быть, здесь они продемонстрируют что-то еще. Выпускайте быка.
Ну, поглядим. Олимпийские кольца. Помните, да? Постоянные зрители больших гонок все помнят прекрасно. Быку нужно вот так вот пробегать через кольцо. Один парень сидит, второй заманивает. Вот так вот. Два очка уже у индонезийцев. Это они пытаются реабилитироваться. Нет, не попал. Попал в парня, не попал в кольцо. Раз, есть. Первый у американцев. Первый у американцев. Первый у венгров. У Индонезии два, три. Неплохо. Это самый злобный бык из всех. Самый непредсказуемый. По-моему, именно он бил здесь Дмитрия Доброскока в одной из предыдущих отборочных игр. По-моему, это он. Ох, какой! Специально его держат на диете некоторое время, чтобы был позлее. Кстати говоря, именно этот бык тут даже прибил рогами заводчика быков, одного из тех людей, которые непосредственно за них отвечают. Так сказать, по старой дружбе припечатал. Напряжение не спадает. Здесь нельзя расслабляться ни на мгновение. Все-таки 350 килограмм с рогами. Вот так вот. Раз и все. И венгру досталось. И это еще не конец. Индонезийцы лидируют. Индонезийцы маленькие, юркие. Ждут в своей очереди наши. Дмитрий Колдун, Алексей Хворостян. Хворостян, несмотря на травмы, будет как раз забегающим, а Колдун – держащим кольцо. Скоро они выйдут. Заканчивается время первого выступления, первой тройки. Утю-тю-тю-тю-тю. Цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып. Реагирует на цып-цып-цып. Да, на кис-кис-кис хуже. Помните, нельзя браться за рога, нельзя ни в коем случае бить. Бывали такие случаи раньше, и нельзя кидать песком. Только убегать. Или если он сбил тебя, лежать неподвижно. Можете себе представить, что испытывает Тореадор во время кориды. Только быки на кориде Тора Браво. Они в 2,5, в 3 раза больше. Обратно поставьте цилиндр вот так. Быстрей. Животное устало, но прицеливается. Но прицеливается. Не хочет ближе подойти. Опа! Прошел. Нет. Прошел. Молодцы, венгры, остается совсем чуть-чуть. Да, пауза, пауза. Перед последней атакой, как в футболе выдерживает паузу. Перед последней атакой. Красавец! Вот она! Последнее очко индонезийцы. Брали первое, они же берут последнее. Фу. Ну, вообще, вот по опыту уже других игр, в принципе, если мы отстаем, ничего страшного нет. Но у нас Димка, он уже ходил, а Леша вообще просто он травмированный, поэтому там неизвестно. Да не, я думаю, что все будет хорошо. Там как раз дело случая. На самом деле, дело случая. Это как попадет, как и бык попадет. Бывает, что спокойно. Да, у некоторых странно показывают, что он вообще бегает по кругу. Да, один такой прям аж есть. А там есть скрытые рогами. Нам главное держать небольшой разрыв просто, потому что если у нас будет больше 9 очков, ребятам на последнем конкурсе будет очень сложно. Уже 2 с лишним месяца продолжается битва континентов. Значит, те все мы, какие были в начале и сейчас в полуфиналах, мы уже по-разному на все смотрим. У нас уже богатейший опыт и главное, что очень много травм. Это уже совершенно другой настрой, как я понимаю, или нет? Настрой, безусловно, другой. Ребята поняли, что здесь нет мелочей. Очень осторожно относятся ко всем своим выступлениям. Страхуют друг друга, когда это возможно. И... А жалоб нету на состояние здоровья? Нет, как ни странно, неужели нету. Неужели ни одной? Нет, абсолютно. Если раньше я спрашивала у них, как они себя чувствуют, и выслушивала целый перечень, что болит, ой, где болит, самолет, мне здесь я подхожу к доктору, потому что я знаю, что, может быть, мне скажет правду доктор. Но ага. Они молчат, как партизаны. Это радует. Радует то, что настрой такой. Да, и мы уже шутим, что здесь явно имеет место какой-то бычий вирус, бычий грипп. Люди, которые приезжают и первым делом говорят только не к быкам, начиная уже через какое-то время говорят, а можно мы к быкам. Это уже такой вот, знаете, Кирилл, вот пройдешь быка, пройдешь игру. Россия! 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 Выпускайте быка! Итак, начали! Что происходит? Хворостян, несмотря на травму, забинтованный ногой.
Опа! Да, египтянам сходу досталось. Причем два раза подряд. И никакого внимания на наших. Конечно, приятно, что он бьет не Лешу. Но хотелось бы и очко завоевать. Первое есть. Первое есть. Но если вырвано кольцо из рук, это очко не будет засчитано. Так что у Колдуна задача держать как можно крепче. И опять. И опять правому египетскому парню досталось. И даже камера слетела. Все. Бык считает свое дело выполненным. Хорошо. Хорошо. Колдун устоял. Два. Полностью деморализован бородатый красавец из Египта. А бык спокойно, как по блату, проходит третье кольцо. Рядом с французским остановился. Нет, все-таки прошел. Но, ребята, еще раз прошел. Нет, не считается, кольцо упущено. Иди к ребятам, иди, лапочка. Мы лидеры пока. А может, уже и нет. Молодец, объективный бык. По разу прошел все кольца подряд. Вот так нам нравится. Отдыхает и опять пошел. Синее. Ну, помогите ему, помогите ему правильное направление. Устало животное. Помогите ему правильное направление. Хорошо. Опять пауза. Ну, хоть бы сена дали чуть-чуть. У индонезийцев 6, у нас сколько? Стой, братан. Стой, братан, не надо туда, провалишься. Стой. Все, опять в бассейн. Опять в бассейн воткнул. Вот ведь. Вот не случайно все-таки их зовут говядиной, правильно? Уже второй раз такое случилось. Хорошо, что в этот раз никто не пострадал. Я просто вообще в шоке. Уже второй раз бык прыгает в бассейн. То есть первый раз там вообще как-то неудачно все это закончилось. Сейчас, слава богу, что в этом бассейне никого не было. Хорошо, что он не загнал туда никого из нашей команды. Вот, я не знаю, что он устал, он чувствует ответственность, не знаю, что это первый полуфинал. Но вот сейчас мы наблюдаем за тем, что его не могут теперь достать. Может быть, придется краном вытаскивать его из этого бассейна. Очень спокойно, все классно. Главное, чтобы сейчас не было никаких непредвиденных. Сейчас они как раз все решают, будут ли они продолжать или... Просто те через кольцо надо сразу в другую сторону. И рассчитывать силы, чтобы ты все-таки не попал под ножку. Я на самом деле в шоке, потому что второй раз бык перелезает совершенно от людей, которые его, казалось бы, пытаются раздраконить и привлечь к себе. Он лезет абсолютно в другую сторону и сваливается в бассейн, что меня повергает в абсолютный ужас. То, что в следующем конкурсе с быками на этих плотах должна стоять девочка и подавать сердечки. И это должна быть я. Я не думала, что бык может туда залезть. И теперь я вижу это второй раз, как бык, в общем-то, с легкостью преодолевает это препятствие. Бежит, казалось бы, от активности, от игры. Я понимаю, что, в общем-то, это зона опасности повышенная. Бедная моя мама. Я очень сильно волнуюсь за свою дочь. Я боюсь, чтобы с ней ничего не случилось. Отговорить я ее не могу. Поэтому написала смс-ку. Вот я написала в смс-ке, чтобы она была крайне осторожна. Потому что, ну, боюсь. Все это большие травмы могут быть. Молодцы организаторы, управились за 26 минут по секундомеру, это быстро. И теперь 58 секунд будет доигрываться испытание. Итак, продолжаем. Выпускайте быка. Дима Колдун и его оппоненты готовы. Готов и Леша Хворостян. Держи, Дима, кольцо, держи. Держи, вот Леха подает ему. Упавшее кольцо не считается. Это как обручальное кольцо, ронять нельзя. Поехали. Хворостян пробежал. Еще раз пробежал. Нет. Вот теперь есть. Не отпускай его далеко. У Алексея Хворостяна подход. Он никогда не запрыгивает на решетку. Все время на площадке. Почему? Не знаю. Опа, но зато это срабатывает. Последние секунды. Прицелился к французам. 15 секунд. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Посмотри на нас, браток. 6, 4, 3,
два, одна. Но есть концовка. Как в боксе, надо давать концовку. Кто выигрывает концовку, выигрывает бой. Россия! 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 Я никогда так не волновался. Сейчас немножко напряжение другое. Но все равно. Такое ощущение, что я какой-то экзамен не сдал. У меня что-то внутри дребезжит. Но мы держимся. Страшно? Ой, ужасно. Я сейчас заплачу. А на вас такая было страшно смотреть? Лех, почему ты ни разу не выскакивал на решетку? Потому что у нас все получилось без этого. Спокойно бык переходил. Мы когда разговаривали, мне ребята как раз, спасибо им большое, с гимнастами разговаривали, да? Они говорят, старайся туда не выбегать, что лучше с этой стороны. Тогда он на тебя берет цель и уже бежит. Да. Ну, как показывает... По-моему, ты ни разу не заскакивал. Ни разу. Победители не судят, друзья. Молодцы. Каких у нас очков? У нас в этой тройке лучший результат. 8. А, там 8-7-6, по-моему. У нас лучший результат. Наконец-то мы перестали этих быков бояться. Что, собственно говоря, подтверждает теорию, что бык чувствует человека, который его боится. Вот ребята с таким настроем сейчас шли, я думаю, господи, что они веселятся, ну что они веселятся. Самое главное, что все волновались, там, справится ли колдун, не справится, Леша справится, не справится, травмированный, а смотрите, как удар. Да, да, да. Мы вроде победили. Молодцы! Мы вас верим. Итак, закончились олимпийские кольца. Это второй наш сегодняшний конкурс, и вот его результаты, слушайте внимательно. Россия 6 баллов, Франция 5, Египет 4, Индонезия 4, Америка и Венгрия по 2 балла. Таким образом, после двух испытаний сумма, внимание, Индонезия 6 очков, Египет 6 очков, американцы 7, Франция 8, Венгрия 8, Россия 11, ребята! Мы верим твердо в героев спорта, нам победа как воздух нужна. Мы хотим всем рекордам наши новые дать имена. Кобзон, даже когда он поет, он все равно лидером. Все должно получиться хорошо. Вот, в нем я абсолютно уверен. Надо только выучиться ждать. Надо быть спокойным и упрямым, что порой от жизни... Тут другое дело, специфика спортивная. Но у Эсида очень хорошая реакция, он должен быстро сориентироваться. Легко говорить, ты попробуй окунись. Разгон рядом. Они верят друг в друга, а мы верим в них и верим в победу. Стоим, чуваки, не с места. Боже, какой мужчина! Так называется это испытание. Каждая девушка сейчас, которая в нем участвует, будет скрикивать так каждый раз, когда будет получать из рук своего суженого, а может чужого, вот это надувное сердце. Главный ловелас команды красиво скользит по бурным волнам, поигрывая мускулами. Его подруги в порядке живой очереди должны подплыть к нему и взять сердце, сорванное кавалером, на берегу. Кто донесет до берега больше сердец, тот и выиграет. А здесь что главное? Нужна прыгучесть? Вот, нет, здесь главное умение удерживаться этой доске, влиять. Балансировать лучше. Из девочек я бы предложила Наташу. Настя, туда не надо соваться, потому что там без подготовки... Да, там. В смысле, куда? Ты на этот конкурс идешь? Ну, меня не взяли. Вот, тогда сиди и радуйся жизни, что тебе повезло крупно. Там очень сильное течение, поэтому там может просто зашвырнуть в угол так, что... Там хорошо швыряет. 3, 2, 1, go! Выступают венгры. Вот так вот, слетев на доске вниз против потока, нужно сорвать сердечко и затем вручить его твоей суженой, которая катится следом. Передавать сердце можно только здесь, только в потоке. Улетел парень, извини, плохо плаваешь, свободен. Они выступают с особым чувством, потому что здесь на одной из отборочных игр получила тяжелейшую травму. Одна их участница по имени Анна. Тяжелейший вывих колена, просто в сторону, в другую смотрела. К счастью, обошлось без перелома. И вот сердечко-то у него в руках. Но передал.
есть одно сердце. Пока наше преимущество после двух конкурсов весомо, это радует. Но еще ничего не ясно. Еще и половины сегодняшней игры не прошло полуфинальной. О, красавец, спасибо, пиджак мой постепенно начинает махать вам ручкой. Ну что делать? Есть, два. Итак, Яна Романова. У нас из девчонок Роза Сибитова и Наталья Воробьева. Хороший составчик. Как говорится, красавица на все вкусы. Есть небольшая усталость, вот, но на самом деле я бы не назвала это небольшой усталостью. У меня болит все тело, я принимала участие в двух играх до этого. И вот дошли мы, вот, да. Вот, смотрите, до чего довели. До полуфинала. И я сегодня утром проснулась и поняла, что у меня болит все. И, конечно, когда мы попадаем сюда на площадку, то эмоции захлестывают. И уже снова готовы бороться. Это как бы для серферов конкурс. Вы знаете, в Лас-Вегасе есть разные варианты устройства свадьбы. В том числе можно и на досках, катаясь на искусственном водном потоке. Вот это из той серии испытаний. Вот. Давай, красавица. Не мой красавица при мне. Известный романс. Сколько сердец-то? 4. Главный любвеобильный участник венгерской команды продолжает обольщать своих спутниц. А потом и наши выходят. Время заканчивается. Еще чуть-чуть. Нет, нельзя. Нельзя. Вниз давай. Все. Безусловно, многие подустали, но в то же самое время, знаете, удивительно, но все стали собраны. Это видно даже по тому, как обсуждается на совете, кто будет принимать участие в конкурсах. Я вижу, что ребята абсолютно готовы. И моей задачей становится сделать правильный выбор, то есть чтобы человек был и отдохнувший, и готовый к выступлениям, и чтобы у него в порядке была реакция, то есть как бы тот, кто наиболее готов, выступал в том конкурсе, где можно показать максимальный результат. От нашей команды будут участвовать. Внимание. Николай Алюнин. Яна Романова. Роза Сибитова. Он умеет это делать. Наталья Воробьева. Помогать будет Дмитрий Колдун. С такими капитанами, как Иосиф Кобзон и Лариса Голубкина, поверьте, победа просто явная. Она неизбежна. Ты понял меня, соперник? Любовь моя. Иосиф Кобзон. Где стоит это имя и фамилия? Победа. Итак, основной объясняющийся в любви у нас Николай Алюнин. Он на доске чувствует себя абсолютно как на ногах, но, правда, речь идет о снежной доске. Все-таки это сноуборд-кросс, его специальность в зимнем спорте. 3, 2, 1, старт! Николай сейчас оторвет все вместе. А нужно только одно сердечко, спокойно. Посмотрите. Елена Войцуховская, Кирилл Жинкин. Как они сконцентрированы. Предельное внимание. Кричат спокойно. Давай, Наташа. Ну что же вы? Наталья в Лондоне в финале олимпийского турнира по борьбе, когда со знаменитой болгаркой боролась с Златьевой, спокойнее была, чем сейчас. Хотя все отдавали победу болгарке, а выиграла Наталья. А теперь, ну давай скорее, Наташа. Давай скорее. Вот, справились. Тем временем Дима Колдун ждет. Куда? А? Вот бабы, а! Вот бабы! Чуть что! И побежали! Забыли все правила. Яна Романова промахивается. Ну, казалось бы, попадает в 5-копеечную монету. А здесь промахнулась мимо сердца. Нельзя. Яна! Вот! Это не засчитает. Это не... Надо в воде!
Объясняли. Да что же такое творится? В воде назад надо. У Коли оторвало сердце, на это поправок нет. Его нейлоновое сердце, которое он оторвал. Давай, Роза, давай, теоретически ты подкована. Давай, мать! Мать двоих детей, между прочим. Давай! Роза по-хозяйски с сердцами обращается. По-хозяйски обращается, но плохо удерживает. Ну да, есть же задача, понимаете, она обычно два сердца вместе так, а здесь на одно так надо. Давай, Роза, вторая попытка. Нет, вторая попытка не будет. Наталья Воробьев. Ну, наши девицы, ну что ж ты будешь делать-то? Ах! Николай уже весь извелся. Вот, наконец, поймала Наташа. Вверх, сообразите. Наконец-то, вот безумицы. Давай, Коля, давай, время идет. Коля рвет все сердца, которые попадаются под руку. Какой мужчина, все сердца сносит. И опять Яну болтает. Назад! Не везет. Ну, давай вторая попытка. Время. Быстрее! Нет! Если бы не вышедший недавно закон о противодействии нехорошим словам в эфире и не мое приличное воспитание, я бы девицам нашим все сказал сейчас, что о них думаю. Ну что вы скажете по поводу вот этого конкурса? Я вам скажу следующее, что хотя вам и говорит женская солидарность, но похвалить мне хочется Николая Алюнина, он единственный, кто справился с техникой. А вот девочки наши, как мы за них не болели, они, видимо, не выполнили те технические наставления, которые давал им главный тренер. Да, я в этом конкурсе допустила ошибку, когда я схватила первый шарик, и поток начал выносить меня, но я не могла выйти, я вышла через борт. И уже выйдя на середине, убежав шариком, я передала его, к сожалению, не засчитали этот шар. И так бы у нас было на один шар больше. Ну что вы с ними делали? Вы объясняли им, объясняли правила, объясняли. Объясняли, а в азарте началась такая суета, что вы сами видели, что происходило. Сама Лена кричала, спокойней, глаз квадратный у людей, квадратные да. Глаза. Квадратные глаза. Ну что ты делать будешь, ну? Мама была настолько настигнута врасплох этим конкурсом, потому что после неудачного падения в прошлый раз она надеялась, что здесь будет что-то такое же. И она взяла себя в руки и уже пыталась держать все под контроль. Но все вышло как раз из-под контроля. Для полуфиналов организаторы подготовили самые сложные испытания. Ни Египет, ни Франция, ни Индонезия так и не сумели наладить передачу сердец на уровне конвейера. У всех лишь по одной удачной попытке. Американцы и вовсе провалились и закончили выступление с баранкой. Ну, я вам должна сказать, по большому счету, я, например, очень довольна, что меня пригласили на эти большие гонки, потому что сколько раз, в общем, было предложение вот во Франции, ну, я чего-то такое не очень, так сказать, на это шла. А вот сейчас нисколько не жалею, мне безумно нравится. И мне понравилось, что Кобзон, Иосиф Давыдович, мы вместе. Это тоже какой-то знак даже, я бы сказала. Потому что сколько лет, в общем, мы вместе все время сталкиваемся лбами на протяжении большой длинной жизни. Не говори. Везде. Где бы ни было, в разных городах, на разных сценах. А сейчас вот в этой большой битве. Итак, конкурс «Боже, какой мужчина!» Так он называется. Внимание, количество очков. Американцы одно. Франция, Египет, Индонезия по 4. Россия 5. Венгрия 6. Ругали мы наших, ругали. Но, в общем, зря. Оказалось тяжелее, чем мы предполагали. 5 очков, хорошо. По итогам 3 испытаний, внимание. У американцев 8, у Египта 10, у Индонезии 10, у Франции 12, у Венгрии 14, у нас 16 баллов. Мы впереди! Иосифу Давыдовичу Кобзону идет слово «капитан». Потому что, когда на концертах он появляется за кулисами, что-то такое происходит с актерами. Они подтягиваются, они все лишние разговорчики в строю прекращаются. Это происходит много лет. Я думаю, что команда, в которой капитаном
становится Иосиф Давыдович, точно так же подтягивается, точно так же нацелена на победу. Вот она, работа доктора. Видите, какой душевный доктор Дмитрий. Доктор помог вам, уважаемые? Нет, нет, он не помог, он нас выгнал. Он даже дал мне подзатыльник. И это ты называешь франко-российской дружбой? Может, мне тоже на тебя пойти с кулаками? Вот ведь, видишь, он какой здоровый стал после того, как его доктор Дмитрий чуть-чуть помассировал. А? Вот. Ага, испугался. Вот, видишь, вот так к нам относятся здесь, на, вот так, на битве континента. А не спеть ли на песню о любви, а не выдумать ли новый жанр поп-попсове и мотив? И стихи всю жизнь получать гонорар. Нравлюсь вам? Вот так вот. Или можно еще так? Размышли. Я бы здесь стоял в этой раме сколько угодно долго, если бы сзади быки не появились в какой-то момент, понимаете? Это называется фото на память, и, к счастью, здесь буду стоять не я, а кто-то из наших парней. Я вам скажу, кто по очереди. Алексей Хворостян, Дмитрий Колдун и Николай Алёнин. Максим Скребнев. Четыре человека. Плюс Анастасия Макеева, актриса, которая будет такой универсальной невестой. Жених, невеста и свидетели должны получить приглашение на свадьбу и сделать то, ради чего и проводятся свадьбы. То есть общее фото, в нашем случае, с разъяренным бычарой на фоне. Кто сделает коллективный снимок быстрее соперников, получит совет, любовь и 6 баллов. Цу, я хочу услышать, если он забежит на площадку. Если он забежит в бассейн, тебя должно интересовать. Потому что это пойдет к тебе. Ты знаешь, я придумала отходные пути. Если он побежит на меня в бассейн, то я попытаюсь бежать в бассейн, потому что в любом случае он перепрыгнет и попадет в бассейн. Нет, он за тобой побежит и тоже оббежит. Там очень тоненький бортик. Не он. Тогда он должен как-то очень... Вот так. Тогда, друзья, кидайте все камни и спасайте меня. Слабые руки. Настя, смотри на быка. Если он вдруг на тебя посмотрит, то перелази через забор, потому что мы тебя любим и хотим, чтобы ты... Россия вперед! Россия вперед! Россия вперед! Давай! Россия! Россия! Выпускайте быка! Как каждый раз, когда здесь появляются быки, какого по жребию вытащат для наших женихов и невесты? Итак, Алёнин уже приглашение получил, осталось встать и зафиксироваться в кадре свадебной фотографии. Минута 07. Пока Алёнин один, пока один. Вот теперь ему помогли товарищи по несчастью, американские. Итак, стой, стой, Коля, 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 Коля. А, красавец Дима. Красавец Дима взял на себя инициативу, отвлек. Надо вставать втроем! Надо вставать втроем! Вот это как страшно! Да боже мой! Свадьба-то может обернуться. А если рогами попадет куда-нибудь, а? И жениться не надо. Надо вставать втроем. Надо вставать втроем. Можно ли заскакивать вот оттуда с подиума фотографического? Я не уверен. Итак, они стоят втроем, невеста и два жениха. Нет, простите, они стоят, два свидетеля и жених. Ну что, давай, невеста, давай, Максим. Так, 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 а надо пробежать один. Успевает, слава тебе, Господи, успел. Слава тебе, Господи, приглашение есть. Раз, два, три. Все, разбегайся, кто может. Надо стоять. Опа, Дима, поднимайтесь. Поднимайтесь, парни, еще раз. Раз. Все, есть. Америка. О, американцы. Вот теперь американцы. Fini pour mariage à tous. Ну как вам? Да, они создали такую атмосферу, как будто бы это была игра между диким
быком и нашими ребятами. Это была игра, когда его валял бык, мне страшно стало. Я, кстати, рад, что меня бык повалял, потому что это первый раз, я три раза уже выходил к быкам, и первый раз, но я хотел понять, как это. За 10 игр мы пережили уже очень много, и травм было немало. У тебя вообще микронадрыв был, в первом конкурсе травмировался. Вообще микронадрыв. Но к пятому ты восстановился, я так понимаю, или у тебя хотя не было выбора? Ничего, там, во-первых, мне вкололи сразу гомеопатию, чтобы как-то воспаление унять. А потом перед конкурсом обезболивающим все равно. Ну ты неплохо бежал. Потому что я не разгибался уже. Да, но у нас еще, на самом деле, у нас с травмами чуть полегче. То есть ушибы, синяки, растяжения небольшие. Олега Токтарова вообще каждый перерыв, перед каждым конкурсом его раздевали, растирали, одевали. Как будто, знаете, перебирали дорогой двигатель по частям. Леша вышел с травмой. Леша же вышел перебинтованной ногой из предыдущих дней, из предыдущих соревнований. Сейчас что произошло? Ну не знаю, сейчас скажу. Я вам скажу. На самом деле очень кратко, я сам с собой поспорил просто, если по-честному. Я просто сам с собой поспорил, что я это буду делать, вот и все. Больше ничего. Я не буду сейчас говорить о героическом патриотизме и обо всем остальном. В аппаратную пойдем посчитать, потому что есть большие сомнения, что они нас с первого раза не засчитали. Вот Лена Войцеховская, она настоящий боец. Ну, собственно, не была бы бойцом, не была бы олимпийской чемпионкой. Сейчас она требует отсмотра для того, чтобы определить, нужно ли подавать протест. Не слишком ли долго их держали, по второму разу заставили залезать. В полуфинале мелочей не бывает. Елена Войцеховская подает протест. Она уверена, Россия продержалась на постаменте 3 секунды еще в первой попытке, которую судья не засчитал. Организаторы нехотя отправляются смотреть повторы. Они стояли 4 секунды. Надо быть готовым к тому, что нас будут прижимать, потому что мы самые сильные, да? И что мне всегда нравится, когда нас прижимают, Россию, то люди, россияне, в этот момент объединяются. И не зря у нас здесь самая сильная группа поддержки, самая активная, потому что мы именно духом едины. Не думаешь, нам сейчас пересчитают, да. Они согласились, да, с тем, что мы первый раз, когда заняли место. Ну, ответьте, место, вот что значит. Согласились. Да. Настоящий руководитель команды. Они согласились с тем, что наши ребята первый раз стояли 4,5 секунды, то есть больше 3 однозначно. Единственное, что они сейчас еще раз пересчитают это по времени. И там совсем близко с Венгрией, и мы либо все-таки поднимемся над Венгрией, либо нам все-таки каких-то секунд не хватит, мы останемся Но на главное, той же что позиции. Справедливость будет Но торжествовать. Они согласились, да, с тем, что первая попытка должна быть вот засчитана. Итоговое время России улучшилось. Сборная Венгрии все же уступает нам с разницей в 1 балл. Египтяне и французы заняли 2 первые строчки по итогам испытания и заметно сократили отставание в общем зачете. В первом полуфинале осталось всего 2 конкурса, и борьба, по сути, начинается заново. Вы верили в то, что мы второй раз подряд проиграем в хоккее в Сочи? Мы завалились в Ванкувере, нас Канада порвала, и тут бамс! Вы знаете, я, во-первых, никогда не сомневался, что проиграем, что на наших возможностях. Я не сомневался в том, что мы сильные спортсмены. Но есть какие-то стимулирующие вещи. Тренер. Ну что, плохой, что ли, Белялединов? Чемпионат мира выиграл. Да, у меня был друг, он футболист был, знаменитый, вы знаете, Хомич Алексей Петрович. Кто еще? Да, Хома. Так вот он всегда, когда смотрел наши последние, так сказать, футбольные баталии, так, и хоккейные баталии, я ему говорил: Хама, ну почему мы так плохо играем, ага, в футбол? Что во говорил? Время войны в Киеве, ну, так сказать, умирая, наши футболисты выигрывали у эсэсовцев. А здесь он говорит: так мы же, говорит, когда играли, мы играли в спорт, в футбол. А они сейчас играют за деньги. Им, говорит, машины. Ну, иностранцы тоже играют за деньги. Да, но теперь это общая система. Нет этого стимула морального, патриотического, умру, но не сдамся. Вот то, что вся, кстати, смотрите, вот команда болельщиков, которая кричит: Россия, Россия, они вдохновляют их. И ребята, они ведь не за деньги здесь выступают, да, а именно они сражаются. Ну, сказать, мы тоже с Ларисой не за деньги. Так, это я знаю, что, я знаю. Россия – это страна великих побед. Россия – это страна упорства. Мы добиваемся своей цели. Потом мы же еще очень азартные в этом отношении. Так вот, азартные победы мы все хотим видеть. И
и участвовать, и сопереживать, и радоваться этой победе. Это горящая путевка в самолете. В первом ряду мы с Оливье Гранжаном. Первый класс, он говорит, но он-то, естественно, не привык ездить иным. Это я так в экономе. Короче говоря, места за нами сейчас займут участники этого конкурса. Опаздывающая на самолет невеста приезжает к месту встречи. На чем бы вы думали? На Сигвее! Ее ждут жених с чемоданом и билеты на самолет, висящие над центрифугой. Кто первым сядет в самолет, тот получит лучшие места в бизнес-классе. Ну и, конечно же, 6 баллов. У нас пара брачующихся Наталья Воробьева и Николай Алюнин. Нужно как можно быстрее прибежать сюда и занять места в самолете. 3 попытки, 3 забега. Помните, в каждом забеге слабейшие 2 выбывают. 2. Оливье со мной согласен, он будет считать. Капитан Москва Директ. Ну, я думаю, что спортсмены так воспитаны, что нужно идти до конца, бороться до конца. Вот. И тем более состав у нас опытный. Все участвовали не в одних Олимпийских играх, поэтому я думаю, что все будут бороться и не жалеть себя, идти до конца. Невесты на любой вкус, но Николай не будет разбрасываться, конечно, у него Наташа, кто может быть лучше. Итак, начинают девчонки, женихи ждут поодаль. Нужно не забыть чемоданы еще, между прочим, и центрифуга, которая будет мешать прямому бегу к самолету. Итак, они стартовали. Ага, вот они, горящие путевки. И только Наташа спокойно едет за своим женишком. Теперь главное не свалиться. Взять жениха вместе, бегом. Не расставаясь, держа друг друга. Прыгай, прыгай. Опа-на, есть! Давайте, здесь главное не быть последними двумя. Можно не спешить, мест в самолете хватит. Они первые, они первые, они первые, есть! Первое путешествие есть. Но смотрите, какая битва. Рыдает. Индонезийская невеста, она отдавила себе ногу, падая с Сигвея. Это действительно больно, это действительно травма, но борьба продолжается. Очаровательная темнокожая француженка со своим женихом убегают, а венгерские брачующиеся... Да... Придется им оставаться, могут купаться здесь, не выезжая за пределы Венгрии. Девчонку из индонезийской команды срочно понесли к врачам. Видимо, ей, может быть, переехала ногу Сигвеем. Она не могла идти сама. Рыдает индонезийская невеста, она отдавила себе ногу, падая с Сигвея. Девчонку из индонезийской команды срочно понесли к врачам. Мы очень правильно сделали, что Наташу заявили. Все-таки вольная борьба – это умение очень но быстро реагировать на ситуацию. Да, и физическая сила. Поэтому она встала, она сразу поехала, она сразу почувствовала, рассчитала силу. Потому что там же тоже слишком быстро поедешь, вот тебе, пожалуйста. В стартовом завале, спровоцированном падением американки, сильнее всех пострадала представительница Азии. Девушка из Индонезии при падении зацепилась ногой за Сигвей. В результате вывих и подозрение на серьезную травму связок колена. Именно поэтому надо очень осторожным быть постоянно, потому что здесь все конкурсы, они такие... Они неожиданные. Они неожиданные. Просто ты не готов к этим движениям. Если в спорте ты тренируешься и ты готов ко всему, что ты делаешь, то здесь ты приезжаешь, и тебе говорят, сегодня ты бежишь вот по бегущей дорожке, завтра ты катаешься на этом сегве. А вон я встала на него, я понятия не имею, что с ним делать. Я никогда на нем в жизни не стояла. Я не пробовала никогда, но я думаю, что если мне дать минут 15, я или разобьюсь, или его освою. Вот ведь как все неожиданно меняется на битве континентов. Как в жизни. Французская девушка слишком рано соскочила со своего транспортного средства под названием «Сигвей» и была дисквалифицирована. И венгры таким образом получили снова место в забеге. Теперь их 4. 3, 2, 1, go! Начинает Наталья Воробьева.
ждет ее Николай Алюнин. Как она мощно уходит со старта. Раз. Венгерская невеста вторая сталкивается с египтянкой, мешают американке, и все это нам на руку. Пускай девчонки между собой разбираются, как на коммунальной кухне. Наша пара молодоженов хороша в одиночестве. Спокойно. Вот и венгры использовали свой шанс. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Какая битва! Венгерские молодожены опять пали жертвой собственной несобранности. Билет в руках. Спокойненько, спокойненько! Нет, надо было упасть. Последние египтяне. Две горящие путевки у нас и у американцев. Теперь мы между собой выясним, у кого 6 баллов будет, а у кого 5. Очередной протест, на этот раз от сборной Египта. Неспортивным поведением отметился сегвей африканской спортсменки, который заглох прямо на дистанции. Судьям вновь предстоит поломать голову, разбираясь в хитросплетениях правил. Формально они имеют право попросить, чтобы сделали им одолжение некое, допустив конкурсу, потому что у них сегвей заглох, ну, в смысле, там что-то случилось, он просто не... это техническая неполадка. Но в случае таких решений всегда появляется большой соблазн у всех обиженных тоже предъявить по поводу чего-нибудь протеста. И, насколько я вижу, нечто подобное сейчас и происходит. Уже все, кто вылетел, хотят обратно, хотят придумать какую-то причину, по которой у них не поехало, не побежало, не сорвалось. Не сработало. И вообще самолет улетел. Вот у нас лечонок все работает всегда, да? Да, да. И нет никаких отмазочек, да? Я говорю, отмазки придумывают те, кто слабые. Конечно, абсолютно, если отстали, надо что-то наша придумать. Наша позиция здесь, ребята со мной согласились, что мы принимаем любое решение судей, независимо от того, как они решат, так мы и побежим. Потому что мы сильные. Наташ, а скажи честно, ты хорошо знакома с этой штукой? Да, я сегодня первый раз встала на эту штуку, попробовала вот перед началом гонки. И, наверное, все-таки моя координация, мои какие-то стимуляции. Физические, да, возможности помогают мне. Но не будем говорить, что ты заранее, потому что у нас еще одна гонка, так что... Ты так лихо с места раз, как опытный гонщик. Да! Я ж понимаю, что либо сейчас, либо никогда. И стоять, менжеваться уже времени не было. Позволь, я поправлю тебе фату при этом. Наташка два заезда чистую выиграла. Наташа! Наташа! Как всегда в случаях протестов и споров, судейской коллегии проще отдаться, чем объяснить, чего она не хочет. Поэтому решили так. Стартуют все четверо. И победитель будет победителем. Третьего забега не будет. Наталья опять идет вперед. Ох, как она хороша. Где же женишок-то? Женишок-то здесь. Американцы вторые. Аккуратно. Аккуратно. Лови, лови, лови. Ой-ой-ой-ой, Наташа. Наташа, она же чемпионка олимпийских игр по борьбе, но ее затолкали египтяне. А? Главное, нормально, хорош. Нормально. Молодцы! Молодцы! Американцы третьи. Венгры. Главное, венгры отстали. Мы же с ними конкурируем сейчас за лидерство, понимаете? Молодцы! Молодцы, 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 молодцы. Это наше секретное оружие просто-напросто. Молодцы. Это стратегический план, который был продуман еще до того, как мы сюда прилетели. Потому что каждый из участников нашей команды – это секретное оружие. Оружие, да. Россия! Вы посмотрите. И они летят на Гавайи, но нас обвинят. Нас обвинят в преступном сговоре и коррупции, что судят. А Оливье говорит, мы пришлем вам с Гавайев открыточку пришли. Лен, что в итоге было-то? А, в итоге было все нормально. А почему Наташа стала прыгать, когда Коля выше за билетом? Не-не-не, у них была сразу такая договоренность, и на самом деле Наташа просто промахнулась первый раз из-за того, что возникла суета. Но я ребятам сразу сказала, что результат уже в последнем раунде не принципиален. Мы в лидерах. И, собственно говоря, моя задача как тренера была, чтобы команда была в лидерах перед последним конкурсом. Ну, было обидно, что уж кого-кого заталкивать, чемпионку Олимпиады по борьбе. Ну, бывает и такое.
Конкурс «Горячая путевка» получился нервным. Ставки слишком высоки. У сборной России мотивация двойная. Чтобы побить рекорд больших гонок по числу побед за сезон, нам необходимо сегодня побеждать. Перед горой позиция для атаки у нас неплохая. 3 балла преимущества над египтянами и 6 над Францией. Очень много ребят с травмами, с серьезными травмами. Некоторые не могут продолжать, некоторые продолжают, но только все это, опять же, идет только за счет воли. Я всегда считал, что воля – это самое главное, но иногда нужно, конечно, здоровое тело. Когда придешь за кулисы, придешь в раздевалку, это страшно смотреть. То есть одному лед прикладывают, другому делают укол, третий натирает какую-то мазь. Но я думаю, что мы справимся. Я считаю, что мы немножко выложились чересчур в самом начале. Очень хотели победить на каждом этапе, что, в принципе, похвально. Но в турнирной борьбе иногда нужно бывает придержать себя, чтобы оставить на финал силы. Когда ты смотришь отсюда, снизу вверх, ты понимаешь, что это значит туда подняться на руках. Нереально. Сейчас нас ждет гора чемпионов. Мы лидеры, но это не значит, что мы выиграли. Еще нужно выиграть им, Алексею Ростову, Кириллу Жинкину, Алексею Ефремову. В руках у них наша сегодняшняя победа. Я не сомневаюсь в победе нашей команды, потому что они уже, несмотря на то, что собрались вот-вот-вот, но они уже стали сплоченной, единой командой. Они верят друг другу. А мы верим в них и верим в победу. Наконец-то мы дождались первый полуфинал. Мы безумно все волнуемся, верим исключительно в победу. Иосиф Давыдович будет нашей путеводной звездой. Ну а спортсмены будут стараться делать все по максимуму и только-только выигрывать вообще при любых обстоятельствах. Франс! Индонезия, 3, 2, 1. Итак, Алексей Ростов первый, гора чемпионов началась. Быстрее, второй, Кирилл Жинкин. Лучший в России специалист по горе, лучший в России. Второй, третий, поехали. Пацаны, Алексей Ефремов заканчивает. Последний метр, все. Мы чемпионы. Перевелись еще богатыри на земле русской. Вот смотрите, посмотрите на них, насколько они эмоциональны, патриотичны, как они любят страну и как они переживают за эту победу. Вот она досталась им совершенно не случайно. Они шли к этой победе. Я не сомневалась в победе, потому что они потрясающе это делают. Потрясающе, молодцы. Друзья мои, иногда здесь звучали слова о том, что вот, дескать, гора чемпионов спасает вас. Вы сегодня видели, мы были первыми с самого первого испытания. И мы доказали, кто лучший. Полуфинал наш. Россия, вперед! Когда я была на Олимпиаде, меня сильно аплодировали и переживали. Я думаю, что здесь тоже будут за нашу команду аплодировать и болеть. Большие гонки. 10-й юбилейный сезон. Победа в наших сердцах! Это второй, последний полуфинал. Вы все понимаете ответственность. От нашей игры, от наших побед будет зависеть. Чуть-чуть ногти, зачем их обрезала? Проигравшие должны получить ноль. Круглый ноль. Если человек вышел на старт, никого не волнует, как он себя чувствует. Зови сюда, зови на себя, зови на себя! Господи, помоги, Господи, спаси, сохрани. Мы оказались сейчас без двух человек. Я с вами сюда, сама сойду. Полуфинал – это, по сути, как свидание. Это сильный психологический стресс. Ты выходишь и боишься по максимальному прям. Ой, ой! Ты богу страшно прям. Какая напруга, олимпийский совершенный уровень накал страстей.